Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу, как можно быстро в уме перемножать два числа, близкие к сотне. Самое главное, чтобы они оба были либо меньше сотни, либо оба больше сотни. Ну, давайте разберем пример. Сначала оба числа у нас меньше сотни. 96 умножить на 94. Сначала мы находим разницу между сотней и каждым из этих чисел. И записываем, ну или представляем в уме. Тут 4, тут 6. Ну, потому что 94 меньше сотни на 6, а 96 меньше сотни на 4. Теперь мы берем и отнимаем вот так вот крест-накрест. Шестерочка 96, это будет 90. Ну и на самом деле вы увидите, что если мы от 94 отнимем 4, тоже получим 90. Ну, записываем, в общем, этот результат. А потом перемножаем 6 на 4, 24. Потом берем с вами калькулятор и проверяем 96 умножить на 94. Получаем 9024. То же самое, что и у нас, только быстрее. Давайте еще потренируемся. Ну, например, 87 на 93. Сложно же, казалось бы, в уме умножить, да? Сложно. Но мы находим разницу между сотней и каждым из этих чисел. Тут у нас будет 13, тут у нас будет 7. И крест-накрест вычитаем. Опять у нас и там получится одинаковое число. 80. Ну а теперь перемножаем 13 на 7. Тут немножечко придется напрячься, получится 91. 8091. Ну и снова берем калькулятор и проверяем. 87 умножить на сколько там? На 93. 8091. То же самое, что и у нас. Ну и давайте проделаем тот же самый фокус, но с числами больше сотни. Ну вот, например, хотим мы умножить 104 на 107. Первый шаг тот же самый. Мы ищем разницу сотни по модулю. Тут 4, тут 7. Но теперь мы не вычитаем, а складываем. 104 плюс 7 получится 111. Ну, 107 плюс 4 тоже 111. Пишем это один раз. Ну, а теперь снова перемножаем. 4 на 7 – 28. Получаем с вами 11128. Проверяем. Не знаю, видно, не видно. Ну а теперь давайте вы 105 умножьте на 103 и пишите, сколько у вас получилось в комментариях. Если способ умножения такой вам понравился, ставьте лайк. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забываем подписываться на мой телеграм, друзья. И пока, до новых интересных задач.